Начать собирать детей в школу сейчас самая пора. Но вот на поиски места с действительно широким выбором может уйти не один день. Чтобы ускорить этот процесс, достаточно приехать на специальную школьную ярмарку, которая сегодня открылась в Иркутске. Здесь возможно за один раз приобрести все необходимые товары для нового учебного года. И к тому же решить вопрос с дополнительным образованием и досугом своего ребенка. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы творческих кружков города самой разной направленности, а специалисты помогут ребенку определиться с направлением. К тому же, помимо активных продаж, в выставочных залах Сибэкспоцентра психологи и педагоги будут консультировать взрослых по вопросам детской психологии, проблемам, с которыми каждый день сталкивается школьник. А сами ребятишки смогут принять участие в танцевальных флешмобах и в шоу гигантских мыльных пузырей. Выставка продлится до 10 августа.